Всем привет, и это история к этому видео. Это было в 2022 году. 25 июня. Я ехала домой на своем скоростном велике. На тот момент у нас на каникулы приехал мой сводный брат. Я уже собираюсь садиться, чтобы поехать, но... Меня встретили мой сводный брат Макс и его два друга. Макс позвал меня кататься с ними недолго, думая, я согласилась. Это была моей ошибкой. Я сказала, что у меня плохо работают тормоза. Я все сказала, и мы поехали, один из мальчишек поехал по другой дороге потом. Я еду впереди, а Макс и другой мальчик по имени Саша едут сзади меня. Как вдруг на меня выезжает тот самый мальчишка, я хочу затормозить, но тормоза не работают, я врезаюсь в него, я падаю на велик, на меня падает еще один велик, я встаю, понимаю, что у меня что-то не то с рукой, я смотрю и вижу то, что у меня рука сильно свисает, меня увидели другие прохожие, они помогли мне добраться до маминой работы, потом мы с мамой поехали в больницу, а что стало с тем мальчишкой, его застали потащить мой велик, вот как бывает, всем пока, мои одуванчики.